Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про сиамскую кошку. Родина сиамских кошек – Таиланд. Именно в этой стране несколько веков назад представители породы разводили для содержания в качестве питомцев в королевских семьях. Раньше в Таиланде сиамских кошек считали священными. Там им посвятили не одну сотню сказок и легенд. В конце 19 века представители породы попали в Европу. Сиамских котят из Таиланда привез английский консул. Такой подарок ему сделал тайский король. После эти кошки распространились по всему миру. Сегодня в России сиамские кошки считаются одной из самых популярных пород. Отличительные особенности внешности сиамской кошки – вытянутое трубообразное тело, голова в виде длинного клина, большие широкие уши и миндалевидные косо поставленные глаза. Рост в холке у этих животных обычно составляет от 23 до 25 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 3 до 5 килограммов. Кошку зовут Сима, это сиамская порода. Всем привычен более старый тип, это тайский тип. Немножко другие. Данные кошки, они более вытянутые, у них более вытянутые морды, более облегченный корпус. И глаза такие же. Вот. Данная кошка окрас Seal Tabby Point. Всем более привычен, более стандартный окрас с более темным поинтом однотонным. Это кошка рисованного окраса. Сиамские кошки общительные и дружелюбные. Они обладают высоким интеллектом и хорошо поддаются дрессировке. Представители породы очень сильно привязаны к своему хозяину. Сиамские кошки не агрессивны, они отлично уживаются с другими животными и хорошо ладят с детьми. Это кошки очень активные. Они полностью соответствуют стандарту ориентальной кошки. Они точно такие же в плане поведения, характера, такие же активные. Очень любят людей. То есть, если ты куда-то уходишь, за тобой все стадо следует. Всем стадом. У нас в квартире помимо кошек есть еще собака и попугай. Уживаются прекрасно. Детей они любят. Эти кошки, они абсолютно ручные. Они любят детей, они любят взрослых, они любят, когда людей много. Сиамская кошка не сложна в уходе. Необходимо следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного, периодически чистить их. Когти рекомендуется состригать раз в 2-3 недели. Представители породы отличаются энергичностью, поэтому им нужны регулярные физические нагрузки в виде активных игр с хозяином. Этим кошкам важно иметь возможность ежедневно выплескивать свое море энергии. Также следует не забывать об уходе за шерстью питомца. За ней практически не нужно особый уход. У нас есть маленькая расчесочка резиновая. Мы причесываемся и моем только по необходимости. У них нет подшерстка, поэтому, если есть, то самый минимальный. Поэтому в плане шерсти по квартире нет. Средняя продолжительность жизни сиамской кошки составляет от 15 до 17 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!